девочка из Чили приехала на автобус. Она была милой, но мы не играли и даже не разговаривали с ней. Мы боялись в нее влюбиться и поссориться из-за нее. Забавно, мы даже заключили договор о том, что если один из нас станет дружить с ней, он превратится в огромную ходячую сокровище. Это было очень глупо. Но мы с Бобби были лучшими друзьями, и мы не хотели ругаться из-за какой-то девчонки. Но когда мне исполнилось 16 лет, мой отец получил работу в другом штате. Нам пришлось уехать. Это была настоящая трагедия. Два месяца назад мне пришло приглашение от Бобби на его чертову свадьбу. Я был очень удивлен и очень рад за него. Хоть он и не упомянул имя своей невесты. Вы уже, наверное, догадались, кто это был. Я вернулся в Оук-Хилл, добрался до места свадьбы и увидел знакомое лицо под вуалью. Я побежал к нему и закричал, что наделал Бобби, какого черта ты сделал? Но он меня не слушал. Он сказал, все будет в порядке. Потом его кожа начала зеленеть, и я стал буквально вытекать из своей одежды. Я все рассказал Сьюзи, и она заплакала, и долго не могла успокоиться. И уже через полчаса Бобби был похож на желе. I'm gonna make friends with Susie.